Все больше автомобилистов на Ставрополье переходят на газ вместо бензина. Это положительно влияет на экологию региона. Только в этом году выброс вредных веществ в атмосферу уменьшился на 13 тысяч тонн. Развитие системы газового топлива обсудили сегодня в Краевом центре ведущие энергетики Южного и Северокавказского федеральных округов. В данный момент именно СКФО – лидер страны по использованию газа на транспорте. Только на Ставрополье в 2017-м планируют создать 8 новых газозаправочных станций. А по объему реализации голубого топлива регион уверенно входит в топ-5 субъектов страны. Наибольший уровень обеспеченности объектами газозаправочной инфраструктуры мы видим в республике Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Ростовской области, Волгоградской области. При этом в республике Калмыкия, Чеченской республике, по информации официальной, которая у нас имеется, объекты газозаправочной инфраструктуры на компримированном природном газе отсутствуют.